В Рубцовске в самом центре города обрушилась стена гостиницы «Аллей». ЧП произошло в 2 часа ночи, поэтому никто не пострадал. По предварительным подсчетам, вывалился кусок площади около 600 квадратных метров. Высыпались все внутренние перегородки, стекла с обратной стороны. Отметим, это одно из старейших зданий в Рубцовске. 40-х годов постройки. Капитальный ремонт не проводился давно. В другом крыле здания находится городской суд. Жители говорят, что не раз жаловались в администрацию города на состояние гостиницы, зная, что обрушение неизбежно, но никаких мер предпринято не было. Утром с собакой вышли гулять, здесь уже милиция, оцепление, представители администрации. Вообще не обращают внимания, оно давно в аварийном состоянии стоит здание. Ремонта никакого не делалось, ничего, ни косметического, никакого совершенно. Ну, забросили, вот поэтому бабахнуло. Это здание надо сносить, оно аварийное. Зато ни дорог в городе, ни тротуаров, все разбито, зато музыкальный фонтан у нас. Что будут делать с неиспользуемым уже несколько лет муниципальным объектом, который находится на балансе центрального рынка, пока неизвестно. Это мой дом, двор. И что? Ничего. Вы пришли сюда. Я хочу узнать, зачем вы пришли ко мне домой. А это уже Барнаул. Нашему оператору сегодня утром здесь оказались не рады. Накануне кирпичная стена, похожего больше на административное, чем на жилое здание, буквально похоронила под собой машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. Инцидент произошел 7 июня на улице Ползунова, рядом с одной из автомастерских города. Как говорят, чудом обошлось без жертв. Если бы в машине был водитель, смерть могла наступить мгновенно.